вкусная выпечка для рождественского стола, пошаговый рецепт приготовления булочек с начинкой из чеснока и кориандра. Эта выпечка очень популярна в Сингапуре, булочки-рулеты получаются очень нежными и вкусными. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Смешать муку, дрожжи, теплую воду, соль и сахар вместе, разомните тесто и накройте миску пленкой. Добавить масло и продолжать месить кончиками пальцев, 4-5 минут, пока тесто не будет пружинить при надавливании. Завернуть тесто в пленку и дать подняться в два раза, оставив миску в теплом месте на 45 минут, между тем, смешайте все ингредиенты для чесночной начинки. Промазать оливковым маслом форму для выпечки или противень, места должно хватить на 8 булок. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Присыпать стол мукой, достать тесто и разделить его на два равные части, раскатать 1 часть теста в прямоугольник толщиной в 0,5 см и положить примерно 2 столовые ложки чесночной начинки на раскатанное тесто. Завернуть начинку в рулет. Разрезать рулет на 4 равные части. Виоложить булочки, разрезом вверх, в форму для выпечки. Полить рулеты небольшим количеством молока, оставшийся чеснок виоложить на верхушке булочек. Также рулеты можно посыпать семенами кунжута. Оставьте булочки подняться еще на 20 минут. Тем временем нагреть духовку до 180°C, выпекать около 30-35 минут. До золотисто-коричневого цвета. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Мука, 1,5 стакана, ингредиенты для теста. Теплая вода, 1,5 стакана, 1 столовая ложка. Дрожжи, 1,5 столовой ложки. Соль, 1 чайная ложка. Сахар, 1 чайная ложка. Оливковое масло, 1 столовая ложка, 1 чайная ложка. Соленое масло, 6 столовых ложек, ингредиенты для начинки. Тертый чеснок, 2 столовые ложки. Рубленые листья кориандра, 2 столовые ложки. Количество порций, 8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Люблю вас, друзья, жду снова.